Доброго дня, дорогие земледельцы! Сегодня 1 ноября, и мы, команда «Агробук», подготовили для вас свежий обзор аграрных новостей. Россия выходит из зерновой сделки, эксперты ожидают роста цен на пшеницу, животноводов заставят уведомлять о появлении навоза. Эти и другие новости далее в выпуске. Смотрите его до конца, чтобы узнать, как лечить коров красным вином. На выходных случилось то, к чему российские политики готовили нас уже несколько недель. Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, которая позволяла судам, выходящим из украинских портов, беспрепятственно и безопасно вывозить сельхозпродукцию. Российская сторона уже несколько раз намекала на то, что может не продлить сделку в ноябре. Звучали такие аргументы, как вывоз зерна в Европу, а не в беднейшим странам Африки, застрявшие в портах российские удобрения, взрыв на Крымском мосту, организованный вроде бы с участием зернового судна. Но в результате поводом досрочно приостановить сделку стал обстрел российских кораблей в Севастопольской бухте. Минобороны России заявила, что беспилотники были запущены с побережья в районе Одессы. Часть пути из Одессы к Севастополю дроны проделали по зерновому коридору, а один из беспилотников мог быть запущен с борта гражданского судна, вывозящего сельхозпродукцию. В российском МИДе произошедшее назвали терактом под прикрытием гуманитарного коридора и отметили, что Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в Черноморской инициативе, а потому приостанавливает свое участие в сделке. Означает ли это, что теперь гуманитарный коридор будет закрыт? Ясного ответа на этот вопрос пока нет. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работа в рамках зерновой сделки продолжится, несмотря на то, что Россия устранилась. Кроме того, в Турции заверили, что суда, которые уже успели войти в Босфор, продолжат вывозить сельхозпродукцию. И действительно, в понедельник, 31 октября, 12 зерновозов все-таки последовали по гуманитарному коридору. Впрочем, вечером того же дня Минобороны РФ заявила, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым. А постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия будет вынуждена принять собственные меры для досмотра судов, идущих по Черному морю без ее разрешения. Какое значение имеет зерновая сделка для тех, кто выращивает пшеницу в России? В одном из прошлых выпусков мы со ссылкой на турецкий Минсельхоз рассказывали, что цены на пшеницу после организации зернового коридора опустились на 15%. Соответственно, теперь, если морские порты Украины не смогут участвовать в экспорте сельхозпродукции, цене следовало бы вырасти. Интересный обзор на эту тему сделала газета «Коммерсант». Один из источников в отрасли, к которому обратилось издание, предположил, что цены вырастут в первую очередь на кукурузу, потому что роль Украины в экспорте этой культуры более заметна. Однако гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, напротив, считает, что цены на пшеницу на мировых рынках могут заметно вырасти, а рынок кукурузы отреагирует в меньшей степени, потому что основной спрос приходился на страны Евросоюза, которые могут продолжить импорт и по суше. Директор Совекона Андрей Сизов сообщил, что досрочное прекращение сделки может вызвать резкий рост котировок. И действительно, Bloomberg в понедельник отмечал, что декабрьские фьючерсы на пшеницу выросли на 7,7%, кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло на 3%. По мнению Сизова, реакция рынка могла бы быть и более сильной, если бы не было сообщений о том, что суда все еще продолжают идти. Впрочем, новые отгрузки и сделки вызывают вопросы, так что шансы на продолжение роста высоки. В Европе, по данным немецкого издания «Агрархойте», пшеница подорожала на 13 евро до 350 евро за тонну, кукуруза на 10 евро до 346 евро. Что касается российского ФОБа, то здесь по итогам прошлой недели, то есть еще до новостей о зерновой сделке, цена опустилась до 305 долларов за тонну. Об этом сообщил аналитический центр «Росагротранса». В Союзе экспортеров зерна отметили, что теперь, когда зерновая сделка приостановлена, цены могут вернуться к прежним уровням. Но это не точно. Покупатели реального зерна готовы ждать, чем закончится текущая ситуация. Они никуда не торопятся, в отличие от биржевых спекулянтов, прокомментировали в Союзе.
Внутренний рынок России новостей о зерновой сделке, похоже, даже не заметил. В последние 3 недели, как в глубоководных, так и в мелководных портах, цены плавно, но неотвратимо снижались. CPT-индекс на глубокой воде с 25 октября не поднимался выше 14 тысяч рублей за тонну, следует из данных Союза экспортеров зерна. На малой воде тоже обвал. Вы видите на графике, как кривая с 24 октября прижимается к отметке 12 рублей. Рубль, кстати, по-прежнему играет против экспорта. С 19 октября были 2 безуспешные попытки преодолеть уровень в 62 рубля за доллар, но эту высоту национальная валюта взять не смогла. Надежды на рост цен были также связаны с отгрузками зерна за рубеж. В октябре экспорт шел высокими темпами. С учетом торговли со странами ЕАЭС, вывоз пшеницы в октябре достиг рекордных для этого месяца значений – 4 700 000 тонн, сообщил аналитический центр Русагротранса. Благодаря этому отставание в темпах экспорта сократилось с 17% до 4,5%, но вывоз зерна по-прежнему гораздо ниже того уровня, который мог бы разгрузить внутренний рынок с учетом рекордного урожая. Впрочем, часть этого урожая, вероятно, будет вывезена, так сказать, в принудительном порядке и вне рыночных отношений. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия поставит 500 000 тонн зерна беднейшим и нуждающимся странам Африки, причем совершенно бесплатно. Первые 25 тысяч тонн отправятся в Ливан. Нам очень интересно, как российское правительство организует эти поставки. Придется ли для этого отполовинить российский интервенционный фонд, в который уже куплено свыше 1 000 000 тонн зерна. Или, может быть, правительство организует новые государственные закупки. Возможно, экспортерам предложат поставить зерно в беднейшие страны, а потом субсидировать эти поставки из государственного бюджета. Ну, конечно, не исключен и такой вариант, что сельхозпроизводители просто получат письма с предложением безвозмездно помочь странам Африки. Практически по всем культурам маржа российских аграриев упала в текущем сезоне на десятки процентов, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Надежды на повышение закупочных цен тают с каждым днем, но жить и работать все равно надо. А значит, надо думать, как оптимизировать свои затраты на урожай. Эту тему мы предлагаем обсудить очно на конференции «Зерно и деньги» в рамках выставки «ЮКАГРО» в Краснодаре. Присоединяйтесь к нам 22 ноября. Будем говорить о перспективах рынка, самых эффективных подкормках, отзывчивых на удобрения сортах озимой пшеницы и других нюансах земледелия. Это все произойдет 22 ноября. А вот в третий день выставки ЮКАГРО 24 ноября темой нашей встречи станет точное земледелие, инвестиции с окупаемостью за сезон. Контроль за работой техники, метеостанции, станции РТК, укладка семян на заданную глубину, навигация, дифференцированное внесение удобрений. Все это мы обсудим 24 ноября и тоже с практиками. Мы также просим всех подписчиков, если вы планируете прийти на ЮКАГРО, оформить бесплатный билет на выставку, перейдя по ссылке под видео. Зарегистрироваться вам все равно предстоит, но если вы это сделаете сейчас с помощью нашей гиперссылки, вы не только сэкономите время на регистрацию, но и очень поможете нашему каналу. Мы будем работать на выставке все 3 дня. Ищите стенд «Агробук», приходите, обнимайте нас, знакомьтесь вживую, берите журнал «Деловой крестьянин», высказывайте свои мысли на камеру, а ролик по итогам выставки мы, как и в прошлом году, выложим на нашем канале. В России с начала года на 10% сократился выпуск минеральных удобрений. Произведено 17 700 000 тонн в пересчете на действующее вещество. Такие данные приводит Росстат. Из общего объема производство калийных удобрений снизилось больше всего на 29% до 5 700 000 тонн. При этом выпуск азотных удобрений увеличился на 4,2%, а фосфорных на 1,2%. Эксперты отмечают, что производство калийных удобрений упало так сильно в связи с дороговизной фрахта и нехваткой судов для вывоза. Кроме того, западные санкции коснулись химических компаний, которые производят удобрения, им стало сложнее экспортировать свою продукцию.
В октябре Центр экономического прогнозирования Газпромбанка отмечал, что экспорт удобрений в целом сократился на 11%. Основное падение пришлось на аммиачную селитру почти 50%, хлористый калий на 24,8% и КАС на 32% с лишним. Что касается России, то здесь все благополучно. По крайней мере, так говорит Российская ассоциация производителей удобрений. В ассоциации заметили, что аграрии страны приобретают удобрения опережающими темпами. План на этот год уже выполнен на 100%. Но мы подозреваем, что некоторые хозяйства просто покупают удобрения впрок и, наверное, делают правильно. В ближайшие месяцы финансовая нагрузка на химиков должна сильно возрасти. Во-первых, в декабре на 8,5% будут повышены тарифы на газ для российских промышленных потребителей. А во-вторых, ожидается введение экспортных пошлин на удобрения. Если мировые цены фосфорных и азотных удобрений превысят порог в $500 за тонну, а калийных в $400 за тонну. В проект бюджета на 2023 год, по крайней мере, Минфин уже заложил доходы от пошлин химических компаний. Предполагается, что бюджет пополнится на 100 миллиардов рублей благодаря этим пошлинам. Если вы думали, что мучение животноводческих ферм закончились в тот момент, когда навоз из опасного отхода переквалифицировали в продукты животноводства, то вы, конечно, ошибались. Сенатор Алексей Майоров заверил, что животноводов по-прежнему будут наказывать за загрязнение окружающей среды и, конечно, будут контролировать. С 1 января 2023 года нас ждет нововведение. Главам хозяйств придется уведомлять Россельхознадзор о появлении навоза. Такое требование содержится в новом приказе Минсельхоза России. Ежегодно юрлицо или КФХ, которое не образовало юрлицо, должно будет отправлять Федеральной надзорной службе информацию, на каком кадастровом участке и в каком количестве будут образовываться продукты животноводства. Необходимо будет рассказать и о планах использования этих продуктов. Либо вы их храните и перерабатываете сами, либо передаете третьим лицам. Первое уведомление хозяйствам предстоит подать в 2023 году, в период с 1 марта до 1 мая. Вновь образованные фермеры должны будут отправлять документы в Россельхознадзор не позднее 2 месяцев с даты образования юрлица. Еще одно законодательное новшество может быть принято в России. В Госдуму внесли законопроект, который обязует аграриев предупреждать население и пчеловодов об использовании пестицидов не позднее, чем за 3 дня, но не ранее, чем за 10 дней до обработки посевов или садов. Авторы законопроекта поясняют, что сейчас законодательство позволяет аграриям выносить всего одно предупреждение в начале сезона и на весь период медосбора. В результате пчеловоды оказываются перед необходимостью закрыть насекомых в улье, практически на все летние месяцы. Оповещать население необходимо, если обработки проводятся на полях, которые расположены в 7 или менее километрах от населенного пункта. Вот мы и добрались до финала, где нас ждет потрясающая новость. Китоз коров можно лечить при помощи сухого красного вина, заявили ученые из США. И это не шутка. Результаты неожиданного исследования были продемонстрированы 27 октября в Мадриде, где проходил Всемирный конгресс ветеринаров крупного рогатого скота. Участвовало в нем более 3000 специалистов из 74 стран мира. На конференции ученые отметили, что для профилактики китоза коровам часто скармливают пропиленгликоль. Эксперты из США в ходе исследования лечили коров субклиническим китозом разными способами, в том числе красным вином, и выяснили, что этот метод не менее эффективен. Коровам давали 2 литра вина в первый день и по литру в последующие 2 дня. И все, никакого китоза. Особенно хорошо этот метод работал на коровах второй лактации, отмечают эксперты. Эффекты красного вина выходят за рамки простого алкогольного опьянения. Вино содержит дубильные вещества, которые могут оказывать дезинтоксикационное, кишечно-регулирующее и противовоспалительное действие, подчеркнули ученые. Не воспринимайте эту новость как руководство к действию. Просто послушайте и отметьте для себя в первую очередь.
На этом наш выпуск завершен. Друзья, спасибо, что вы ставите лайки. Это помогает продвигать наш канал. Спасибо, что комментируете, делитесь своими новостями. Мы будем благодарны вам также за донаты. И увидимся на Юкагро. Планируйте свою поездку так, чтобы попасть на наше мероприятие. До новых встреч!